Герман Игоревич, как началось голосование сегодня в Щелковском районе? Вы знаете, голосование началось активно, граждане активно принимают участие. Все наши 137 избирательных участков открылись, проблем у нас никаких нет. Члены комиссии на местах готовы работать, продолжают работать. Что интересного в этой кампании сегодня в дне выборов? Что-то новое? Ну, вы знаете, самое основное у нас это, конечно, так называемая отмена электорального рабства, то есть мобильный избиратель. Да? То есть, когда у нас, если раньше у нас люди должны были брать открепительное удостоверение по месту жительства, соответственно, тратить свое время и деньги, то теперь в ходе этой кампании они могли открепляться от своих участков и прикрепляться к тем участкам, которые им удобно, через портал госуслуг, через МФЦ, через территориальную избирательную комиссию и через участковую избирательную комиссию. Огромное количество людей воспользовалось этим правом. Мне кажется, это очень удобное введение Центральной избирательной комиссии. Ну, соответственно, вот оно работает. Люди приходят с других регионов, прикрепившихся к нашим участкам, голосуют, пользуются этой возможностью полностью. Что еще интересно на участках? Где есть КАИБы? От кого наблюдатели у нас, может быть, какие-то? Да, хороший вопрос, спасибо. КАИБов на территории Щелковского района у нас нет вообще. У нас у нас 61 участок оборудован по решению Центральной избирательной комиссии, оборудованное видеонаблюдение. То есть в режиме реального времени в интернете можно смотреть и даже звук слушать. Наблюдатели от кого присутствуют? Наблюдатели у нас присутствуют от непосредственно от доверенных лиц кандидатов, присутствуют от политических партий, которые выдвинули своих кандидатов. Они присутствуют от организации общественного контроля, в данном случае Общественной палаты Московской области. И также присутствуют в комиссиях члены комиссии с правом совещательного голоса непосредственно уже от самих кандидатов. Голосование продлится до 8 вечера. Что вы можете сказать сейчас в первой половине дня тем, кто еще не пришел голосовать? Вы знаете, я хочу сказать, что сегодня, конечно, такой день, то есть это вообще кульминация нашей фактически подготовительной работы, которая шла в течение 3 месяцев. Я хочу поблагодарить всех членов участковой избирательной комиссии. Мы, я думаю, что отработали полностью, отработали на 100%. Хочу сказать одно, что выборы главы нашего государства – это не просто выборы какого-то чиновника, это выборы лидера нации, который будет определять направление на многие годы вперед. Мне кажется, это актуально как для тех, кто сейчас может проголосовать, так и для их детей, внуков и будущих поколений. Поэтому я всех приглашаю на избирательные участки. Приходите, все, будем всех ждать.